Сегодня пятница, вечер, после работы уже приехала так посмотреть, что на даче тут. Это у меня парник с помидорами. Ну вот, еще зреет, думала, может, вырвать да убрать. Тут некоторые даже еще вон цветут. Вот так вот. Отдельные тут все равно еще что-то висит. Кстати, помидоры сладкие, вкусные. И довольно, в общем-то, их... Я так понимаю, что вот это начинают какие-то расти, которые вот, вот их не было. Тут они, толчок какой-то вот пошел. Не знаю. И так везде. Вот видите, тут ничего не было. А вот тут теперь вот начинает резко пошло в рост. Вот эти вот малюськи. Чудно. Ну, тут еще много. Вот они. Ну, как много? Немного. Но я к тому, что они есть. Не удалишь, не уберешь. Не вырвешь. Не, вырвать-то, конечно, можно. Но есть вон, которые гнилые. Надо выкинуть, сорвать. Перчик, на удивление. На удивление, перчик очухался, растет. А я хотела, видите, все выбросить. А тут он и здоровый. Ничего. Листья все здоровые. Никакие болезни их не берут. А были вон какие больные. Все было больное. А сейчас он, я не знаю, почему, но, как ни странно, все нормально. Смотрите, какой Рамира. Ведь все хотела выбросить. Что все уже тут загибалось. Странно. Почему, как, чего. На удивление просто. Так, ну это финик желтый еще тут у меня есть ягодки вкусные. Очень сладкие. Приятно так. Перцевидный гигант тоже. Примадонна наконец-то начала расти. То никак не росла. Сейчас вон. Смотрите. Тут недавно последние, которые уже последняя неделя цвели. Собираются даже вон желтеть, краснеть. Странно. Странно. Ведь смертью не надышишься. Пойдем посмотрим, что у нас там с огурцами. Свеклу надо убирать уже завтра. Все, хватит. Тут ягодки есть. Смотрите. Вкусная, сладкая. Обалденная ягодка. Не ожидала, что такая сладкая. Огурчики. Ну что, посмотрим, что у нас тут с огурчиками. Огурчики-то... Ой, господи. Цветут. Растут. Надо, конечно же, их обязательно рвать. Иначе они перерастут. Вот, смотрите. Опять никто не рвал. Все заелись. Вы посмотрите, что творится. Ну, куда это годится? Ой, засранцы, а. Никому ничего не надо. Никому. Сейчас оборву. Потому что тут еще теперь, если таких огромных сейчас насобираю, завтра они еще больше будут. Еще огурцов. А? У меня еще с той недели пакет лежит. Что там нам надо? Все уже наелись.
А помидоры какие сладкие, бычье сердце. Это просто мед. Ну вот, походила я тут совсем. Такие маленькие еще не собирала. Такие уже, которые нормальные, большие, переросшие. Опять ведро огурцов. Кстати, огурцы сладкие, вкусные. Шкурку очищаешь, они там мелкие. Семечки абсолютно нормальные. Ну вот, смотрите. Это вот те, что в конце апреля высаживала. В мульчу из опилок. И травы. Вот это что у меня в июле, в конце июля. В августе вот уже самые последние, это вот эти. Ну, мне кажется, что, наверное, не знаю как вот кажется. Есть смысл их сажать. Ну, вот огурчики есть, значит, наверное, смысл есть. Чтобы получить хорошие огурчики еще в сентябре. Ой. Ну, вот так вот. Сейчас дойду до туда. Пройду, чтобы с этой стороны рисовать. Слава богу, что здесь у меня ничего не было. Надо сказать. Так. Значит, там у меня сколько их? 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 здесь. 5 здесь. 15 тут. Значит, да? Вот такие хорошие. Это изумрудные сережки, по-моему, вот эти вот у меня сидят. 5 тут, 15 тут, 20. И считаем здесь последние, которые я сажала. Это были здесь. 1, 2, 2. Ну и вот тут вот. И вот тут вот 3, 4, 5. Ну, короче, 25 штук у меня всего получается. 15 с конца апреля. Вот 15 вот этих вот с конца апреля сидят. Вот эти вот 5 где-то удалось мне в июле все-таки посадить. Они начали расти. А вот эти уже в самом конце, вон там, те. И вот эти вот. Эти вообще уже самые последние, чуть ли не, по-моему, не конец августа. Середина августа. Это почему? Потому что они просто их неудачно, они мне сидели с той стороны. Они их уже большие кусты стали глушить. И вот эти, те, что не успели вырасти, они такие были маленькие и не росли. Думаю, ну все равно или погибнут, либо я их пересажу. Вот я их пересадила. И вот так вот они потом начали расти, когда оказались отдельно вот от этих вот больших. Так получилось, что почему-то вот не выросли, а эти стали расти и заглушили махоньких. Махоньких всегда все обижают. Так, ну и что получается? 25 кустов. Ну, в следующем году я здесь 15, конечно, сажать не буду. Я здесь посажу штук 10 и еще перцев пораньше попытаюсь в среднюю грядку высадить. Может, даже куст с помидорами посажу, попробую. Самый ранний. Смотрю, как он будет расти. Вот это же средняя грядка высокая у меня из опилок. Как пойдет рост в опилках. Ой, как хорошо они подсели. Ведь почти по самый был бортик. Смотрите, наполовину все умялось, уселось. А мне даже нечем теперь подсыпать будет. В следующем году ничего нет. То есть только землю просто с этого, с картошки понавести и перемешать с землей, возможно. Ну, в общем, одну посажу полностью вот эту вот с огурцами. Здесь перемешку еще с чем-нибудь, а здесь перцы одни. Этого мне всего хватит добра. То есть я вижу, что вот такого количества мне за глаза, потому что, ну, не справляемся, мы не съедаем. Так что слава богу, что не все выросло, что вот это все свободное осталось. Иначе даже не знаю, что бы я делала. Ну, вот так вот. Такие вот дела. Включила обогреватель. Лишним не будет. Вот такие вот у меня новости из парника.